Ну, какова красота! Такой был ливень! И вот сейчас миллионы капелек покрывают стекла окна, и солнышко вышло из-за туч. Тех, которые были черными-черными, а теперь вот как-то так. Ох, ох, красотища! Друзья, всем привет! А сегодня я вам покажу, где же у меня все-таки, собственно, стоят эти раскидистые огромные барышни, показанные накануне вам. Вот они. Видите, еще разочек их, конечно, смотреть на них можно бесконечно. Вот они, красавицы, огромные, большущие, цветущие. Ой, не знаю, куда сейчас я ее поставлю. Потому что хочется цветоносы, конечно, лицезреть. А вот эту орхидею она не показывалась, потому что она не цветет, но она является не менее большой раскидистой, как накануне показанные растения, да? И эта орхидея под названием Молния. Она скоро переселится в другой дом. Это будет подарок моей орхознакомой. Смотрите, огромная орхидея молния цвела ветвистым, огромным, большим цветоносом. Сейчас пока она вне цветения, но у нее отвегетировал уже новый лист. Ну и там появляется еще один новый листочек. А растут у меня эти красавицы. Микки Кроун пока не принесла. Вот видите, тут полный раскардаш. Это орхидея Кастор, либо моя Мадонна. С новым цветоносом и с отцветающим. Ну, он такой уже на конце цветения. Сердцевинка даже уже выгорела у него. Очень красивый, плотный, молочный цветок с розово-сиреневым центром. Вот она. Кстати, нужно обязательно пересадить. Здесь тоже сейчас нужно будет все это листочки попротирать. Потому что уж если я достаю растение, то все. Это прямой посыл к тому, что нужно протирать все, докуда добрались мои шкодливые руки. Почему шкодливые? Ну, потому что если куда-то они добрались, то сделают все, что необходимо. Как говорят, дурная голова, говорят, покой ногам не дает, а у меня дурная голова покой рукам не дает. Подняла на верхний уровень красивую орхидею черная колдунья. Либо черная ведьма, Black Witch. Вот она. Смотрите, какая она огромная. Это биглип восхитительного крупного цветка. 12 сантиметров. Это именно тот размерчик, про который заявляет производитель в отношении подростков, реализуемых от азиатских поставщиков. Я покупала эту орхидею полноценным взрослым растением, но она была на момент покупки маленькая. Маленькой совсем. Вот у нее тут сохранился один. Второй магазинные листочки. А все остальное это уже доморощенная красавица. Очень долго адаптировалась от магазинного цветения. Сложно было ей прийти в себя, восстановиться. Хороший прирост по корням показала. Я ее пересадила вот в двойной горшок. 1,2 литра. Кора и, по-моему, мха немножко в посадку дала. Потому что эта орхидея имеет очень красивую, мощную корневую систему как в горшке, так и вне горшка. Вот видите, тут очень длинные косы. Вы знаете, могу сказать, вот видите, вот тут, если его распутать, то это где-то в районе, наверное, да, метр. Вот такой корень. И он здесь не один. Сейчас мне пришлось подсушенные краешки длинных корней тоже все-таки укоротить. Вот, например, вот такой. Вот видите, какой он подсох. Почему подсох? Переломился. Когда вот я туда-сюда таскаю растения, естественно, ставя на место, они переламываются корнями, блуждающими по поверхности, по воздуху, и поэтому, естественно, надламывается. Пока не цветет, но активно вегетирует. У нее после цветения было красивое цветение, по-моему,
Вот два пышных цветоноса. Но представьте, когда даже на цветоносе 7 цветов у этой орхидеи, это восхитительно. Представьте, 7 цветов по 12 сантиметров. Отвегетировала вот этим верхним листом, он виден, что он свежий, и активно пошли. Это вот ее стиль произрастания. Когда она мне долго не цветя, после оранжерейного цветения восстанавливалась. Потом, после пересадки, она, в принципе, долго не цвела. И вот уже после хорошего прироста по надземной части, по корневой системе, она уже дважды у меня процвела, но одним домашним цветоносом. Он у меня ветвился очень сильно. Вот, и поэтому было очень красивое цветение. Люблю я эту орхидею бесконечно. Она не фотогенична, я вам уже много раз рассказывала, но когда смотришь на нее глазами, на ее цветок, ты не понимаешь, вот она действительно очень похожа на какую-то загадочную черную колдунью. Потому что она тебя заколдовывает, когда ты на нее смотришь. Стояла внизу, я ее подняла на перевернутый горшок, потому что она очень раскинулась туда, куда-то вот в стволике задней стоящих растений, орхидеи, и мало света ей было. И вот эта мощная красавица сизам с раскидистыми листьями. Представьте, вот я подставляю ладошку с пальцами. И вот посмотрите, насколько длинный, большой, огромный лист, раскидистая орхидея, сизам никак не отцветет. Я вам постоянно показываю это место, показываю цветок этой орхидеи. Вот он. Тоже позакрутил. Вот сейчас я его на резинку за вот этот вот вертикальный столбик привязала. И вот так вот она красиво цветет. Ну, просматривается цветонос, в принципе, со всех сторон. И смотрится восхитительно. Red, не red, господи, golden. Золотая рыбка. Golden fish. Также не менее восхитительно. Тоже недавно вам ее показывала. Очень нравится, я знаю, вам это место, когда я вам показываю его, но опять перерост по кончику. Трындец. Она испытывает мое терпение и явно хочет, чтобы я поработала в уровне ее цветоноса секатором. Смотрите, вот это все, это все цвело цветами. Так, вон она стоит, золотая рыбка. Это сизам, я вам сказала. Это черная колдунья, я вам сказала. Вот, собственно, вот здесь у меня произошел сегодня вынос растений для показа вам. И для того, чтобы поставить их сюда, мне пришлось достать некоторые орхидеи. Во-первых, для чего? Сейчас какие-то растения будут ставиться на просто стеллаж, а какие-то на подиумы. Вот на перевернутые горшки я люблю это делать, потому что особенно поднимать задний ряд для того, чтобы орхидеям, во-первых, хватало света, а во-вторых, чтобы задний ряд он был выше тех растений, которые стоят на переднем плане. И за счет этого смотрится очень хорошо такой лесенкой расстановка растений. Флиртейшн, красавица, в закрытой системе посадки. Корни, если покажу, то покажу. Вы знаете, она мне не нравится своим поведением в этом году. Корни очень хорошие, видите? И так весь горшок. Он очень густо покрыт корневой системы. Посадка для этой орхидеи была сделана закрытой, без дренажных отверстий, горшочек, кора и немножко мха. В посадку пошло. Развивается замечательно. Орхидея покупалась невероятно красивым цветком. Вот что-то отдаленно похоже на тот цветок, который меня впечатлил и удивил, когда я ее купила, эту орхидею. Видите, губа. Мутация губы у нее постоянная. На уровне мутации губы у нее бывают очень фигурными. Вот отсюда начинаются тонко-тонко боковые петали. А потом они вот так кружевными рваными краями заканчиваются. Очень часто она цветет именно так, как я ее покупала. Но бывают и сбои. Сбои просто в натуральное цветение. Вот как на втором цветоносе. Очень пышно цвела.
зимне-весеннее цветение, и частично оно затронуло осень, то есть конец осени, зима, весна, это все было ее цветение. Цвела она в один длинный цветонос, по-моему, вот этот цвел, или я сейчас уже точно, да, вот этот цветонос цвел, и одновременно он был разветвлен, было на ней один зеленый сильно цветонос, и, по-моему, два не сильно плотно покрытых цветами. Ну, вот как она выглядит. В принципе, орхидея хорошая, мощная. По корневой системе вы видите, что орхидея не страдает. Ей все нравится в этой посадке. По наземной части, посмотрите, какая хорошая развитая листовая часть. Убираю чешуечки. Я когда вот как раз достаю растение, есть возможность облагородить внешний вид орхидеи и сделать все, как я люблю. Но стоит она у меня всегда на перевернутом стеклянном вазоне. Вон он, вот там. И хочу сейчас, наверное, я ее на передний план-то и выдвинуть. Ну, сейчас посмотрим. Может быть, назад верну. Сейчас буду смотреть, как мне... с какими трудностями я столкнусь при расстановке вот этих дылд, которые там стоят и ждут своего часа. Не хватает там Микки Кроуна. Сейчас я его принесу. Опять занялась цветением Брион. Ну это... О, матушки боже! Хожу мимо тудым-сюдым и не вижу вот эту кракозябру квазимодистую. Ну, первый раз, кстати, я на Брионе вижу... Ой, и тут тоже не понять, что... Ой, господи. Ты что? Вот такие бутоны, с них не бывает никакого толку, я их убираю. Они быстро отцветают, я их снимаю. Цветопередача совершенно неправильная. Вот искрится, блестит за счет индивидуальной подсветки. Множественные вот такие вот перламутровые цветы. О, а вот так более-менее что-то получается показать. Ну, краешки пока у него цветут. Ой, сейчас покажу, что увидела. Девочки, не знаю, хвасталась вам одним цветоносом вот этой орхидеи. Это первое домашнее цветение спустя много лет. Я даже не помню, как она цветет, представляете? Но по цвету бутонов я вижу, что явно будет какая-то темная орхидея. Даже ума не приложу, что за орхидею я приперла много лет назад. Не подписала. Ну, потому что название не нашла. Вот. И тут, рассматривая растение, вот как раз полив был этого места дней 6 назад. Как хорошо, что я не снесла появившийся цветонос в нижней части растения. Он появился в какой-то более низкой пазухе. Представляете, вот он один, и вот он второй. Немного обутоненные цветоносы, но так 2, 4, 5 здесь. 5, да? Может быть, он еще, кстати, будет расти. И 2, 4, 5 здесь. Ну, будет 10 цветочков, посмотрим. Надеюсь, что все случится. Они своего зрелого состояния достигнут и зацветет она. Ну, то есть вот два цветоноса. Сейчас вот я тут ковыряюсь, грешным делом побаиваюсь их снести. А это может случиться очень легко, поэтому лучше ее убрать. Пока. Так, ну это растение в этой части, по левую руку от меня. И давайте покажу вам в глубине стоящие орхидеи. Вот про это я вам... Ой, не упади ты, господи, валяшка, не валяшка. Я уже не знаю, как их ловить. Видите, она цветет, и у нее раскукленные корни. Растущие корни у нее. Вон она какая. Напуганная вообще. И цветет, и растет. Напуганная. Так, что хочу показать. Мирафайбер в своем репертуаре. Сейчас, девочки, подождите. Сейчас, тут же бутон не сломать, вон дальний. Чего она его вырастила мне? Оно мне надо, вот уж это такой загусеныш. Я вообще люблю на них немножко фыркать, по-другому сказать. Вот посмотрите, какая красивая орхидея с желтым крупным центром.
Эта орхидея называется Мира Файбер. Очень красивая, распускается желто-оливковым цветом, а потом немножко теряет в окрасе. Цветочки держат не сильно долго, но она постоянно цветет. Она настолько себя уже измотала цветами, что вот наземная часть-то у нее выглядит не сильно-то большой. Сейчас я вам покажу. Вот поругаюсь на нее. Видите? 4 листа на ней. Она когда-то была раскидистая, огромная. Растения. Но за счет того, что орхидея постоянно цветет, естественно, очень хорошо развивается корневая система. А вот эти вот постоянные цветоносы, ну вот они не дадут мне соврать, видите, сколько цветоносов только в верхней части. А сколько я заглубила цветоносов, когда я ее пересаживала в огромный горшок, по-моему, он 4,6 литра, вот большущий. Вот, и она также вот продолжает свою вот эту вот постоянную тенденцию. Тоже сейчас нужно будет чешуечки снять, потому что все-таки шкодливые ручки мои добирались и до сюда. Так, что покажу. Корни очень хорошие, кстати, полила. Не сильно-то быстро она шибко пьет водичку. Ей, наверное, нужно немножечко отлить. Что-то как-то она нехотя поглощает 6 дней назад политую воду. Так, постоянно цветет, ну вот здесь еще цветонос, видите, вот она их отсушивает, я их уже укорачиваю, вот эти вот я пообрезала, и здесь цветет боковая почка, ну хороша, скажите, вот этот желтый центр невероятно красивый, посмотрите, какая она мощная, какая она ну, необыкновенная. Вот как орхидея Дарвин, у нее белый молочный оттенок лепестков и желток в середине. У этой оливково-желтый оттенок и желток в середине. При этом губа большая. У Дарвина губка поменьше, она такая более интеллигентная, компактная. А здесь вон она какая губастая, орет постоянно своими цветами мне. Вот так, я цвету и ору своими губищами, а ты меня слушай. Так, ну у нас все отлично. Я думаю, она уже, как только прекратит вот это вот самоистязание, уже говорю ей, давай уже сама нарасти что-нибудь внушительное наверху. Я привыкла к твоему другому виду, совершенно к другому. Ты же у меня совершенно по-другому можешь выглядеть. Очень раскидистая, бывает красивая орхидея. Но ничего, я думаю, она свое наверстает. Так, и на заднем плане, сейчас эту красоту сниму. Прямо вот мы сегодня с вами очень подробно рассматриваем мои большие орхидеи, посадки с ними. Это орхидея Мантрю. Тоже по цветоносам, по наличию цветоносов, которые орхидея на себе сохраняет. Она крайне жадна на сбрасывание цветоносов. Она жадина невероятная. Она мне говорит, я никогда не уберу свои цветоносы. Мне их жалко. Я говорю, ради бога. И вот у нее постоянно, вот почечки, видите, вот будется, вот здесь пробуждает почечку цвести, хочет. Здесь-то она вот дорастила мне тут на краешке 2 цветочка цветет. Здесь никак эти свои цветы не сбросит. Ну, цветопередача такая себе. Ну, сам не суть, да? Мы сегодня с вами рассматриваем в том числе и надземные части, внушительные корневые размашистые массы, которые в исполнении моих орхидей мы имеем возможность наблюдать. А посадка горшок 3,6 литра. А горшок точно не помню, как называется. Вот такой он, как гусеница, видите, с перетяжками. Хорошо пошла в посадку, очень даже. Посадка была сделана в кору архиата фракции 9-12. Вот, видите, растет замечательно. Наливаю ей воду в нижнюю часть через верх, и все. И она пьет до полного поглощения всей налитой воды. Как только воды не становится внизу, отпила она уже значительно. Я ей обычно наливаю много, погружение горшочка где-то сантиметра
на 2,5-3, и вот уже какой уровень, видите, остался совсем чуть-чуть. Промывать горшок не промывая, потому что добраться туда, сами понимаете, у меня получается крайне-крайне редко. Не менее раскидистая красивая орхидея стоит на перевернутом основании горшочка. Посадка в горшок альтернатива, по-моему, тоже 3,6 литра. И это орхидея Beautiful Smile. Прекрасная улыбка. Мощная орхидея. Подняла, кстати, ее я. И она у меня ниже стояла. И как-то ей так это пришлось по душе. Ей понравилось. Здесь вот наверху у нее происходит воздуходвижение намного объемнее и масштабнее. То есть листики, стволик хорошо дышат. И сейчас я вам покажу, что за строптивая дама спряталась у меня вот здесь. Смотрите, как она развивается. Посадка в горшок. Это 2,2 литра. Двойной. Посадка была сделана в кору. Кора, причем, была взята дикая кубическая, по-моему, обычная, которую мне Марина присылала. Кора в посадку никак не обрабатывалась. Несколько раз поливая заполнение, погружением горшочка в воду, у меня там, видите, вон с китайской розы сзади листопад произошел. Но это нормальная ситуация для китайской розы. Я добраться туда не могу никак, потому что здесь все настолько плотно расставлено. Ну, уже, может быть, как-нибудь генералить будем и все уберу. Посмотрите, сколько пар листьев. Название девочки этой орхидеи, мальчики, я не знаю, но пар листьев 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 листов на этой орхидее. И она у меня вообще цвести не любит. Вы мне сейчас скажете, Ирина, она у вас жирует. Девочки, вы знаете, она не может жировать лишь только потому, что эта орхидея не получает ничего сверхъестественного. Она получает все то же самое, что и получают рядом стоящие растущие орхидеи. Жировать она точно никак не может. Но цвести она пропустила этот высокий период цветения, и я очень сильно на нее обиделась. И сегодня вы слышите, что я на нее жалуюсь вам. Может быть, услышит. Очень часто такие внушения срабатывают в положительную сторону, и орхидеи зацветают. Так, показала вам. Уже туда мы с вами не полезем. Поверьте, там по корням, ну, если листья вот так выглядят, сами понимаете, как выглядят корни посадки у этой орхидеи. Но вроде все показала. Сейчас я постараюсь вот это вот свято место заполнить извлеченными накануне орхидеями. Пожелайте мне удачи. Ну вот так у меня получилось. Не стала я розету прятать на стеллаж. Она у меня стала прямиком таки на пол. В принципе, всего лишь спрыгнула со стеллажа с высоты 20 сантиметров. И сейчас будет стоять на полу, пока она будет цвести своими этими впечатляющими раскидистыми цветоносами. Очень симпатично смотрится. Вот видите. А до этого вот этот цветонос был вот там, у стены, представьте, да, как было сложно его оттуда выудить, но у меня получилось. И теперь вот мне очень нравится, смотрите, наверху сезам, далее золотая рыбка, здесь розета, получается, с четырьмя цветоносами, вот кончик. А нет, знаете, как получается, вот этот она ответвила вот от этого цветонос, это получается ветвенный цветонос. Он ветвенный дважды, а вот этот ветвенный цветоносик. Еще вы уже, наверное, заметили, да, что до распуски находится у нее несколько бутонов. Вот они, видите? И вот здесь не до конца она распустила свои бутоны. Дальше. Вот так у меня стало манта калимантана лолли. Ну, правда, цветонос вот как бы задними
краешками виден цветочков, но ничего страшного. Сзади этот фаленопсис не менее красив. Он создает такое очень пушистое розовое облако, где в сочетании с нежными цветами желтым оттенком центра, ну, смотрится очень, не прям так, знаете, мне нравится, впечатлительно нежно. Облака из розово-желтых цветов, который очень красиво очертаны цветами в исполнении микрон. Так, сюда немножко у меня выпрыгнула мантрешка. Ну ладно, уже отцветет, уже начнет, я думаю, скоро приходить в себя и давать новые цветоносы пышные. Уже будет так у нее все. Так, дальше. А дальше у меня все. Я вам показала все, как расставила. А, вот эту, которая вот как раз здесь она стояла на полу. Я ее отсюда убрала. И она у меня стала на подиум. Чуть повыше я ее вывела в уровень. И вот будем ждать набухания бутончиков. Из 10 цветочков будем смотреть цветение. Ну, вот такое у меня сегодня видео. Ох, пришлось мне, конечно, потрудиться. Время 11 часов вечера. И я наконец-то закончила с этим стеллажом, потому что не хотелось оставлять растения на рабочем столике. У меня планируется к съемке многочисленные пересадки моих орхидей. Рассказываю всем свои секретики вам. Будем скоро пересаживать. Желаю я вам, дорогие друзья, здоровья и благополучия. Всего вам самого-самого наидобрейшего. Всем пока-пока. Так, вот подальше. Фокс, ты где? Подальше вам покажу. Всем пока-пока. Ну и до новых встреч. А это днем. Вот так выглядит это место. Давайте, чтобы уже конкретно все дозакончить с видеопоказом. Так, смотрите. Видите, какая цветопередача сейчас, да? За окошком у нас хмуро, но зато вы сейчас видите все как надо и как есть. Даже чуть-чуть блеклая такая видеосъемка. Ой, ну красавица Розетта. Я не могу. Это вот, знаете, это такая бесконечная какая-то любовь к цветку у меня. Ну, знаете, вот она своим поведением, своей жизнестойкостью, конечно, невероятная, невероятная. И вот здесь Микки Кроун. Лампу я отключила, чтобы вы все это дело видели. Нежные. Вот мне так понравилось сочетание сиреневого одного и второго цветоноса на биглипе с вот этой вот желтой в центре истории красивой. Кстати, этим цветочкам уже какой-то срок есть, и они немножко уже даже потеряли в окрасе. Но центр так и остается ярким, желтеньким, привлекательной орхидея. Ну, а теперь точно всем пока-пока!